не буду вас больше задерживать. Добро пожаловать! Сразу приходит в голову, какая ваша любимая культовая фраза из кино? Люк, я твой отец. Дети, я ваша мама. Мы вообще вдохновлялись здесь фильмами 80-х. Трон, Бегущий по лезвию. Это значит, что будут какие-то ретроспективные ночи? Это было бы круто. Что вы будете здесь показывать? Во-первых, мы будем здесь показывать все самое новое, самое крутое, что хотят увидеть зрители Одессы. А вы любите смотреть кино? Здравствуйте. Да, конечно. Очень. Так, какая культовая фраза из какого кино ваша самая любимая? I'll be back, да, Терминатор, как вариант. Ваша должна быть, я подумаю об этом завтра. А ваша? Ой-ой-ой, столько фильмов смотрел, что даже не вспомню. Самый любимый фильм. Ты волшебник, Гарри. Потом есть всякие программы, которые у нас по всей стране уже есть на самом деле. Показы на языке оригинала. Каждый вторник в 7 часов вечера. Welcome. Опера, театр, английский там, с Бенедиктом Камбербэтчем в роли Франкенштейна и так далее. Очень круто. Например, показывали футбольных матчей. Тоже на самом деле востребованная, очень востребованная история. На большом экране это почти как на стадионе. Как зовут вашего персонажа? I don't know speak Russian, sorry. Слушайте, а вы вот пришли сюда работать, а сами в кино хотели бы сняться? Ну, возможно, да. А кого бы хотели сыграть? Капитан Марвел. Кого? Капитана хотели бы сыграть? Это же мужчина. Вырубай. Я тупанула. Я слышала про какую-то лазерную штуку здесь. Да, есть. Fire the laser! Вам зачем лазер? Что это такое? Вы будете какие-то фигурки на экране рисовать? Нет, это просто новая технология проекции. Больше четкости, больше яркости. Спасибо! Да. Ну как, нужно же в чистоте снижать. Больше контраста, больше яркости. Я прошу этим. Вы похожи на каких-то актеров. Вы снимались в кино? А вы? Нет. А хотели бы сняться в кино? Возможно. А в каком? Фантастическом? А кого бы хотели сыграть? Меган Фокс. Премьеры мировые. Будете каких-то звезд приглашать? Хотелось бы. Вот есть мечта пригласить Стивена Спилберга. Все-таки он с Одессой связан очень... Есть планы по мерчендайзу. Прямо сейчас мы пока его не продаем. Но я думаю, что к лету где-то мы уже все это оформим в реальные продукты. Потому что хочется продавать что-то крутое, что людям бы хотелось. Так, а будет еще какой-то мерчендайз? Подарите нам плакат, капитан. Не проблема. Даже тебе фотосессию. А это Муратик попрошайка первый. Тебе фотосессию, мне плакат. Да. Вы запишите все просьбы, мы их обязательно. Прекрасно. Будут абонементы у вас в кино? Будут. Видишь, в этом году абонементы медленно заходят. Да. Они в пробке на Французском бульваре. Спасибо. У меня уже одесские шутки. Супер.